Неповторимая Алма-Ата. Миллионы казахстанцев мечтают попасть сюда и увековечить свое имя через открытия, великие достижения и добрые дела. Но злые силы встречаются и здесь. Впрочем, обо всем по порядку. В городе Алматы встретила я тебя. Вечер до босы запомнил навсегда. А после WhatsApp и телефон. Я влюблена, и ты влюблен. От счастья я летала ночью и днем. И мои все мечты тебя смогла найти. Бегу к тебе на красный свет. Я буду в платье белом. Друзей на свадьбу пригласи. Мадина, нас ограбили, украли твое платье. Этого не может быть, почему именно мое? Мы нашли это на месте происшествия, кажется, это вам. Твое свадебное платье у меня. Я верну его при условии, если все казахи перестанут танцевать под козел орик. Я не выношу эту песню. Если хочешь вернуть свое платье, сделай все, чтобы она больше никогда не звучала. Мистер Синдром! Ой, бай! Ох, ты маленький гад. Ну-да-да, Рахмет Рахметбеке. Все, 9 июля в 6 вечера ждем вас в Роял Тулипе. Калмай Келендер. Да, дикие, как быстро растут дети, не успели оглянуться, а Мадина уже замуж выходит. Может, помощь какая нужна? И я. Комек керек болсына айтындар. Валихан поможет. И все нормально. Главное, чтобы вам было весело. Ой, ну это мы умеем. Без гекази лорик болса болды. Алло, Мадикош. Папа, все пропало, украли мое платье. Мадикош, не переживай, твой папа сейчас все решит. Др-др-др. Алло, Магда, там это, магазин ограбили. О, платье, которое Мадина выбрала, украли. Придумай что-нибудь. Я не знаю, кто ограбил магазин. Помощь Таиру возьмем. Отважная Мадина решила не терять времени и в одиночку поспешила на поиски своего платья. Где-то в пустыне. База Синдрома. Здравствуйте, вас беспокоит бутик Саваш. У нас началась акция 50% скидки. Внимание, проникновение, посторонний на базе. Внимание, проникновение, посторонний на базе. Внимание, проникновение, посторонний на базе. Внимание, проникновение. Ты, конечно, девушка отважная, это похвально. Но проникнуть на базу к Синдрому и быть незамеченным еще никому не удавалось. Верни мне мое платье, скоро вся моя семья будет здесь. Ой, ой, ой. Все, выполните мои условия, и, может быть, я верну твое платье. Не волнуйся, мы будем очень скоро. Обещаем, найдем, накажем вора. Лишь стоит только нас позвать. Родных не надо долго ждать. Мы супер-супер-семейка. Поспешим, мы супер-супер-семейка. Любим всех. И что пропало твое платье, не беда. Ведь там, где мы, всегда успех. Бегите, я их задержу.
Для идентификации личности нужно обыграть компьютер и поставить мат в 3 хода. Камал. Доступ разрешен. Для идентификации личности нужно решить задачу. Карим. Доступ разрешен. Для идентификации личности сыграйте 5-ю симфонию Бетховена. Луиза. Доступ разрешен. Для идентификации личности назовите имя вашего любимого певца. Варианты ответов. Мэрилин Мэнсон, Кончита Вурс, Кайрат Нуртас. Ну, здесь мы можем ошибаться. Доступ разрешен. Похвально, похвально, вы разгадали все мои коды и проникли на базу, но вы не учли одного. Это ты не учел меня. О, привет. А мы с Таирой везде вас ищем. Платье в целости и сохранности. Идемте. Вот так вот суперсемейка дружно и смело победила хитрого синдрома. И торжеством один и состоялось. Веселилась и гуляла вся Алма-Ата. Нет, не надо, пожалуйста, останови, прошу тебя. Я остановлю, если ты выполнишь мою просьбу. Я выполню все, что ты пожелаешь. Дамы и господа, только сегодня для всех гостей подарок от Таиры. Карсалын Издар. С того самого дня Нурхан и Мадина создали еще одну суперсемейку. И жили они долго и счастливо.